Георгій Вікторович Далієв – режисер, актор, музикант, художник. Народився 1 січня в Херсоні в родині педагогів. До речі, батьки називають його Юрою. В дитинстві мріяв стати космонавтом, потім – художником. Закінчив архітектурний факультет Одеського інженерно-будівельного інституту. Має також освіту режисера естради. Працював архітектором у П'ятигорську та Кишиневі. Всюди відкривав театри, студії, пантоміми. Працював у театрі «Ліцедії» В'ячеслава Полуніна. З 1984 року в ансамблі пантоміми та клоунади «Маски», де працює досі актором, автором, художнім керівником і режисером. Народний артист України. Знімається в кіно. Грає та співає в рок-гурті «Майстер-клас». У 2012 році втратив першу дружину. Дочка Яна Делієва – психолог, співачка і клоунеса. Син від другого шлюбу Микола Делієв народився 27 листопада 2015 року. Георгій Делієв вважає театр «Маски» унікальним для України і бідкається, що для телебачення вони чомусь не формат. Вітаю глядачів 9 каналу, в ефірі наш проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова, і сьогодні мій гість – пан Георгій Делієв. Здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки Георгій или Юрій? Георгій – повне ім'я. Юра мене називають мої рідні, близькі. Георгій і Юра – це одне ім'я. Я знаю, он же Гора, он же Гоша, да. Он же Гога. Достают часто вас этой присказкой из фильма? Нет, ну меня называют Жора в основном, там те, кто я ж так не объясняю, там, что нет, называйте меня Юра. Ну те, кто знает, называют Юра, там, те, кто не знает, называют Жора. А вам иногда все равно? Гоша называют. У меня вот зять, он тоже Георгий, он Гоша. Вот, и разница есть? Да, мы не путаем. Вот он Гоша, я Юра, там, для кого-то папа, для кого-то... Юра, для кого-то Жора, для кого-то Георгий Викторович. Даже? Да. А пан Георгий называют? Да, вот вы только что назвали. Ну, вообще не часто, наверное, так обращаются. Георгий Сан называли, вот сейчас был там. Да, Георгий Сан. А вам как больше всего нравится? Как теплее всего? Ну, как, если человек должен подолгу называть Георгий Викторович, то как-то так и неприлично будет, если он меня будет называть Юра или Жора, правильно? Вот, ну... Называют Георгий Викторович, там, Юра, Жора. Ну, почему-то вот имя Жорик, Жора, стойко ассоциируется у украинцев и у россиян с Одессой и с чем-то таким разухабистым и веселым. Потому что Гоша – это что-то более такое сдержанное. А вот если ты говоришь там Жорик, ты представляешь себе что-то рыжее, конопатое, веселое, такое вот босяковатое, может быть, немножко, да? Ну, возможно. Я ж так, это, если бы я со стороны видел, я бы мог как-то сказать, так это или нет. А изнутри этого ж не видно. Я не сказала, кто вы, потому что мне трудно определиться, кто вы. Актер, художник, клоун, режиссер, постановщик. Это очень, мне самому трудно очень определиться. Очень много, много ипостасей, то есть выбрать трудно. Вот вы когда представляетесь Георгий Делиев, и не нужно никакого титра внизу, это уже слава, это узнаваемость, это известность, да, популярность. То есть лицо, которое не нужно уже там подписывать какими-то регалиями. Ну я вот чем занимаюсь там в настоящее время, да, допустим, если я там готовлюсь к выставке, и мне нужно в мастерской там... каких-то живописных работ там создать, да, чтобы количество было. Все, вот для меня это самое важное. Или если я занимаюсь постановкой спектакля, то мне сложно там переключаться на другие какие-то проекты. Если съемка, допустим, я работаю над ролью, да, там как актер. Но тоже я сосредотачиваюсь, пытаюсь как-то вот на съемочной площадке, телефон отключаю и не занимаюсь там другими делами. То есть всегда есть возможность переключения. А это, с другой стороны, еще хороший отдых. Потому что перемена и то, и это, да, и то, и это, и пятый, десятый, это все работа, но когда это меняет одно другое, то это как отдых. Вроде я не напрягаюсь, поэтому у меня и все эти профессии, они не серьезные какие-то, да. Я ж вот не произвожу никаких материальных ценностей, да, там не делаю там чашки там или что-то, столы, мебель, вот. Хотя а вы что-то умеете тоже... такое делать? Вот я все хотела спросить, вот это все творчество, да? Кстати, вот мебель, да, сейчас вы напомнили, я вот мебель у себя дома делал. Ну, я покупал готовую мебель и фактуру делал, создавал. Ко мне приходили там многие такие знаменитые мебельщики. О, откуда у вас этот шкаф? Я говорю, это я его сам. Так, да вы что, как вы? Говорю, да я вот так. И рассказываю технологии, которые я делал. Там, ну, что-то покупаю, какие-то там штучки, хитрости. Иногда там за границей. Вот я там, помните, индийские ручки. Накупил их много. В Голландии где-то там, во Франции покупал. И привез, и уже под эти ручки подбирал мебель. Те ручки поснимал, фактуру сделал сам.
вот, ручки нацепил, и какая-то такая эксклюзивная мебель у меня дома, которой нигде в мире нет, смотрится дорого, а куплена недорого, но вложен мой труд, и получилось уже... Это секрет, на самом деле, не будем говорить, потому что вдруг вам надоест там вот играть на сцене, и вы займетесь мебелью, это уже бренд Георгий Делиев, нормально. Зачем сейчас рассказывать, что это все дешево? Ну, мебель тяжелее, все-таки тут как-то надо руками делать, да. Ну, все равно, мы сейчас развеяли миф, что творческие люди, вот, как правило, их называют безрукими, или руки там не оттуда выросли, у вас все на месте, все оттуда. Ну, как я могу там электрическую розетку починить, там что-то могу, сантехнику какую-то починить, если у меня есть там эти прокладки, там инструмент. Но я стараюсь этого не делать, то есть все равно выгоднее пригласить. Да, пригласить, заплатить ему деньги, ну, главное найти нужного, и он это сделает. Хотя я теоретически, и если вдруг какой-то критический момент, да, что-то вдруг произошло такое, надо срочно оказать скорую помощь, да, там протекло что-то, то я могу это все взять и сделать своими руками. Кем вы хотели быть в детстве? Космонавтом. Ну, вряд ли же клоуном. Космонавтом. Даже этот анекдот старый, этот советский, когда в школу для этих недоразвитых детей, значит, приезжает комиссия, говорит, ну вот давайте, все, вот возьмем первого попавшего мальчика, вот иди сюда, мальчик, иди, как тебя зовут? Он: Вова. А кем ты хочешь быть? Не знаю. Директор вызывает, говорит, слушайте, вы как-то поработаете с детьми. Понятно, что они плохо мыслящие. Значит, объясните, значит, у вас есть педагоги, психологи. Надо, чтобы все дети хотели быть космонавтом. Вот он должен, даже вот дебильный ребенок, но должен хотеть быть космонавтом. Приезжает через неделю, говорит, ну все в порядке, опять комиссия из министерства. Говорит, да. Подходит, говорит, вот давайте этого же мальчика. Иди сюда, мальчик. Кем ты хочешь быть? Он: космонавтом. А как тебя зовут? Не знаю. Я космонавтом хотел быть. Клоуном нет. Ну, слишком это было как-то так недоступная профессия. А потом художником? Ну, да, художником я даже хотел поскорее уйти из дому и поступить там после 8 класса в художественное училище. Но, слава богу, доучился до 10 класса, поступил на архитектуру. Вот, из архитектуры вот уже... откуда мебель, дизайн, архитектура. Ну, оттуда, да, немножко. Но уже на архитектуре как-то так стал мечтать быть артистом профессиональным, мимом. И там уже судьба моя пошла всякими коллизиями, такими кривыми путями, вырулила меня вот в то направление, чем я сейчас занимаюсь. А были в детстве вот эти вот пресловутые табуреточки, на которых читали стихи или что-то изображали? То есть был артистичный мальчик? Жук? Нет, я артистичным не был в детстве. Ну, табуреточка, конечно, была. Там Новый год, там, когда Дедушка Мороз принес подарки со Снегурочкой, нужно было выпендриться, сделать хоть что-то, чтобы получить этот дополнительный подарок. Я там мечтал, допустим, вот когда там у него в сумке, еще он там лез туда, в этот мешок свой, и ты не знаешь, что он достанет. Я так думаю, ой, хоть бы он достал этот пистолет с пистонами, который этот, еще запах этих стрелянных, этих пистонов. Он так, такой, этот аромат этой вот, этого коричневого этого пороха, да, серый. И вот так как-то всегда попадалась там какая-нибудь там игрушка, там безделушка такая. Думаешь, ну зачем это? Шарманка такая, например, да? Да, например, шарманка. Или там курочки, которые клюют, да? Тоже, да, ну курочка еще так более-менее это нормально. Нормально. Она какая-то активная, да, она там заводилась, можно было раз пять поиграть. Какие вот радости в детстве были, которых, ну вот сейчас, может быть, не хватает? Были какие-то такие, кроме вот запаха пистонов, которые мы обсудили, вот вы рассказали, я прям вспомнила, да, вот это сера, вот такой запах, действительно, да, и потом олово мы добывали какие-то там решеточки, в огонь бросали, делали такие свинец, вот битки. Олово, свинец, да, печать, было же, тоже было, да, вот такие вот радости. Вот чего-то хочется сейчас такого из детства, а его нет. Ну, как, мы же все равно становимся взрослыми. То есть, если мы там из детства что-то переносим во взрослую жизнь, это и не очень хорошо. То есть, мы должны в детстве быть детьми, там, в юношестве юношами, взрослыми быть. Вот. Ну, стариками не хочется только быть, хочется молодость свою сохранить. Ну, говорят, там потом детство возвращается, я не знаю еще, правда, но мы проверим. Я пока тоже еще не знаю, но... Смотря где, там в раннем детстве есть какие-то воспоминания, это все представлялось таким каким-то ярким, праздничным, то есть эти все краски более сочные,
казались. Деревья были большими. Но с другой стороны, да, деревья были большими. С другой стороны, как-то и вот, если вдруг происходила какая-то там трагедия, горе, там что-то поломалась игрушка, тоже это ж воспринималось очень... Гораздо трагичнее, чем сейчас, да, там что-то... Ярче и острее. Ярче, да, острее, то есть если там автомобиль сейчас поломается, ну, да, ладно, опаздываю, ну, что делать? Ну, на СТО повез, там ее чинят. А тогда, если какая-нибудь маленькая машинка ломалась или кто-то ее забирал, о, это ж трагедия была, слезы. А внутренний ребенок? Вот у актера же, наверное, ну, и вообще говорят, что мужчины, они всегда более дети, чем женщины. Тоже вот не знаю, ни с чем сравнивать, не была мужчиной. И актеры, им вот обязательно нужно сохранять, ну, такого вот своего внутреннего ребенка, холить или лелеять, именно для этой вот остроты восприятия мира, да? Это правда? Ну, актерская профессия, она подразумевает, что человек, ну, представляет себе какой-то образ, да? Он, чем точнее он его представит, его прошлую жизнь, настоящие переживания, взаимоотношения с людьми, где он, как он жил, ну, работа над ролью происходит, вот, и затем какие-то свои личные воспоминания, опыт прожитой жизни, который тоже может помочь как-то этому персонажу в предлагаемых обстоятельствах правдоподобно существовать. И вот пока ты играешь спектакль, либо играешь в кадре, В кино, да, какую-то роль, вот ты существуешь как этот герой. Потом это надо все с себя снять и оказаться самим собой. Есть артисты, которые они эту грань иногда теряют. Это профдеформация, наверное, это выгорание. Это уже, наверное, психическое отклонение. Это так же, как вот в жизни бывает, там, человек себе считает, там, я Наполеон, да. Но, наверное, тоже, если актер не может выйти из этой роли, и вдруг он продолжает свою жизнь как какой-то персонаж, это тоже, значит, нездоровая психика. А если актер вот так профессионально исполняет свою работу, то его психика в порядке будет, и он ничего плохого ни своей душе, ни душам других не, как бы не совершил. Ну, естественно, тут еще есть направленность... всего, допустим, драматургического произведения, да, там будь то спектакль это или кино, вот, на что-то направлено. Тут ответственность любого художника, будь то писатель, живописец, там, да, там, не знаю, даже музыкант, наверное, композитор. Я уж не говорю драматург или режиссер. И вот когда человек создает какое-то произведение, он должен нести ответственность, должен понимать, что это... Какой результат это вызовет? Ответственность должна быть. Ответственность, да, у людей. Потому что очень много, не знаю, может быть, я сейчас уже стал более консервативен. Вот сегодня наблюдается такая тенденция, что какие-то фильмы, да, спектакли, вот они становятся вдруг модными, потому что вот там в конце главный герой покончил с собой, видите, вот безысходность, и молодежь влюбляется в него, и потом происходят там такие же суицидные какие-то... моменты, и порой люди не могут, а почему там этот молодой человек вдруг, а может быть он прочитал там какую-то книжку, посмотрел там пару фильмов, еще несколько клипов, и это усилило его уже там какое-то психическое нарушение. Стимулировало, да. И вот я считаю, что надо быть художником очень ответственными в этом отношении. Ну вот в вашей жизни неоднократно были случаи, когда вы были либо неправильно поняты, скажем, да, либо ну, ваше творчество толковалось, ну, так как, скажем, выгодно было или соответствовало там идеологическому строю, да, потому что, да. Ну, на самом деле клоун – это высший пилотаж. Ленин же в своей фразе, которую мы обрезаем, он сказал, что важнейшим из искусств для нас является кино и цирк. Угу. Вот цирк обычно убирают. Угу. А почему цирк? Потому что репризы клоунов, да, они же всегда несли особый смысл. И смысл актуальный вот здесь и сейчас, да, это как вот киножурналы документальные, которые перед кино. То есть какой-то определенный там заряд люди получали, когда люди смеются, они потом хотят это пересказать, естественно, да, и вот это вот юмор идеологии, это же такая особенная штука, да. Ленин эту фразу, скорее всего, он ее передрал у древних римлян, хлеба и зрелищ, чтобы народом управлять,
хлеба и зрелищ. Ну, еще там несколько, там, разделяй власть, он там брал. Ну, хлеб и зрелищ, это действительно, чтобы толпой управлять, то надо, значит, создать массовое искусство, массовую культуру. Народ должен быть сыт и весел? Да. Тогда он будет, как бы он будет управляем. То есть его можно меньше думать о проблемах, да? Да. Вот. Но массовое искусство – это часть идеологической работы, пропаганды. Вот. Поэтому, вот, скажем, какие-то такие сложные там драматургические произведения такого элитарного характера, они, скажем, для какой-то элиты, да? А вот то, что понятно всем, и если это несет такое чистое развлечение, то тогда через это развлечение можно внедрить любую идею. Вот. Но, допустим, вот что касается того, что я делал с коллегами, мы всегда отличались от... То есть вроде бы мы занимаемся массовой культурой, массовым искусством, да? Поп-искусством. А с другой стороны, вот то, что мы делали, больше нигде таких стандартов, форматов нет. Потому что вот когда 90-е закончились и возникли уже вот все эти программы форматов и стандартов, вот телевидение особенно, значит, и тут вдруг, нет, так вы маски не подходите к нам. Почему? Вы не формат. Так а почему не формат? Вроде ж у нас, смотрите, есть... видите, наши фильмы старые смотрят, уже поколение выросло, продолжают смотреть. Это все работает, действует, и в этом философия есть внутренняя. Но нет подобных стандартов нигде в мире. Вот мы поехали там куда-нибудь там в Канны на кинорынок, там еще где-то, то есть устраиваются везде такие, как профмастер-классы, да, что нужно производить, какой продукт, как его продавать. И этого нету, то, что вы делаете, говорит... Нет, то есть не вписывается ни в какие нормы, да? Не вписывается ни в какие, да, рамки, ни на какую голову не налазит. Вот. И вот как... Ну, хорошо, но нас же будут смотреть, вы понимаете, что все равно это будет иметь, ну, при определенной там как подготовке, такую упаковочку создать, это будет иметь и коммерческий успех. Люди будут смотреть, нас же будут смотреть. Да, но вы не формат. Непонятно, значит, как мы не, обозвать, значит, это, да? Да, мы никогда не вписывались. Вы когда создавали маски, вот чего вы хотели на самом деле? Вы же, вот вряд ли вы думали, что маски будут жить там 10, 20, там 40 лет. Но я знал тогда уже, что это очень необычно, то есть, что ничего подобного нет. Тогда на то время было Бенни Хилла, мы немножко смотрели, Монти Пайтон, uh-huh. такое, где там uh-huh. на видеокассетах uh-huh. это только-только пролезло, и этот Мистер Бин, uh-huh. вот, ну, все англичане, видите, uh-huh. а получается, юмором как управляют англичане. Вообще, говорят всем же, искусством... что самый тонкий юмор в мире английский, английский, да? Английский, да. Ну, просто он другой. Вот. Но нам нравился английский юмор, и мне и до сих пор нравится. Вот. Но вообще все искусство сегодня, да, уже, наверное, ну, не знаю, лет 100 точно, это англичане. Театр, кино, телесериалы, дизайн, живопись, музыка. Все из Англии идет, из Великобритании. Оно потом как бы копируется в Соединенных Штатах, а Соединенные Штаты это уже как кузница массовой культуры. Угу. И вот отбирают англичане. Упрощается, популяризируется, англичане, да, это экспериментируют, что-то создают, они говорят, ага, ну вот это возьмем и сделаем. И американская культура массовая, она уже делает это как для всего мира. Вот, отсюда и глобализация общественного вкуса всемирного формируется. Угу. Вот. А мы же как, ну, славянские артисты. Вот в 2000 году мы были 3 месяца, по-моему, на гастролях в Германии, в Манхайме. Мы там играли шоу свое в таком кабаре. Вот. И там был один англичанин приехал, немец, ну, английского происхождения. Он говорит, ну давайте, вот я с вами хочу сделать такое телевизионное шоу, вот маски-шоу только для Европы, для Германии и для, ну, Великобритании. Потом mm-hmm. посмотрим, класс, мы так, давай, там все. И начали, значит, думать сразу. Он говорит, ну это потрясающе. Говорит, у вас столько фантазии, говорит, столько... Он приехал на киностудию детскую, говорит, а как это, декорацию? Говорит, это ж никто, это не Монти Пайтон, не Бенни Хилл, тем более, и уж не Мистер Бин на такое не способный. Говорит, такие масштабы, говорит, это вообще нигде в мире нет. А он же продюсер, понимаете, такой с мировым именем. Повидал. Да, повидал много. Я говорю, да, вот так у нас это все запросто. Он говорит, так вы сможете вот на таком же уровне? Да легко, хотите песенных есть у нас? Говорит, ну давайте. И он предложил первых 5 эпизодов снять фильмов. Mm-hmm.
пилоты для Германии, показать Германии, потом по всей Европе, и, ну и потом дальше уже. Хорошо. И вот первый мы написали с авторской группой «Маски в Швейцарии» на зимнем курорте. В общем, была, он говорит, ну нам надо обязательно, чтобы там были новые русские. Я говорю, вы знаете, что там Харольд? Говорю, ну, Харольд его звали. И Харри Овенс там, значит, он. А Харри Овенс был как консультант, что понравится немцам, что не понравится европейцам. Эксперт. Эксперт, да. То есть, ну, он самый соавтор, он говорит, новые русские. Я говорю, ну, это уже дурной вкус, уже это все, это малиновые пиджаки, вот эти вот все быкования, говорю, это уже просто ну, допотопно. Это нафталин. Это нафталин, да. А он говорит, вот нам надо, чтобы это было. У нас это не нафталин. А почему? Они не могут смеяться над славянами, там, над, над казахами, хотя у них как бы внутренне, но это не политкорректно. А если мы будем делать, то тогда это политкорректно. И написали, а то есть сами они не могут высмеивать, да, а вам да. Как бы да. Можно. И написали мы прекрасный сценарий на зимнем этом курорте, как-то, с лыжами, там, про новый русский, на джипах, они там навертели много, и трюки, он говорит, а трюки, да есть у нас каскадеры, все, там, Сережка Воробьев, приедем, там, все это вам наломаем, тут дров, тут мало не покажется. Вот, и потом начали это развивать, и вдруг оно раз, и все, это вся машина это закрылась. Как будто невидимая стена. Вот, вот просто не, куда мы не пойдем, упираемся, вот нас не пускают туда и все. И просто вот... Это здесь или там происходит? Нет, там, в Германии. Угу. Мы там, я уже был там на киностудии, посмотрел там, как все, говорит, вот-вот-вот. Мы там уже губу раскатали, начали уже себе там подбирать какие-то дома, где мы будем жить, какие будем снимать автомобили. Говорит, мы вам автомобили дадим, это служебное, не надо вам покупать. Я буду на Audi ехать, ездить. Да-да, тут... Вот, там уже повыбирали себе, кто на Мерседесе, кто на Ауди, кто еще там, на Фольксвагене. Ну, в общем, губу раскатали, ее скатали, потому что они, у них свой профсоюз, у них есть как бы свой худсовет такой вот невидимый, который говорит, не-не-не, нам, ребята, эти славяне не нужны, у нас есть свой рынок, и мы будем как бы насыщать рынок своими артистами. Что нам иностранцев вдруг? И они, ну, короче, побоялись, и все. И закрылась эта дверца. Сказали «А», но «Б» не навсегда, прозвучало. Да. К сожалению. Хотя я думаю, что это был бы большой шанс не только для нас, а для мирового телевидения. Ну, в вашей работе же часто язык вообще не нужен. То есть те вещи, которые вы делали в масках и делаете до сих пор, то есть можно обходиться без текстов совершенно, все это мимика, жесты, звуки. У нас один спектакль такой, театр без слов. То есть всего у нас 11 спектаклей разных шоу. Ну, вот один от «Маски в Кубе», шоу без слов, это клоунады, пантомимы со спецэффектами, там, с видеоинсталляциями разными, с превращениями. Декорации, мгновенной такой вдруг сцена преображается. То есть ну, можно вполне быть ну, да, вот мы вот понятыми сейчас хотим, в мире в любом. Да, мы вот сейчас хотим, ну, как ведем переговоры, мы уже давно просто не выезжали за границу вот, составом масок. Вот сейчас хотим уже, ну, немножко тут надоело, и мы хотим поехать там на восток, на запад, в какие-то страны повезти. Вот мы повезем это шоу. Ну, это единственное шоу, которое у нас без слов. Остальные, вот мы привезли сюда Орфея Евредика сейчас, в Днепр, ну, тоже города Украины. В основном это по пьесам Бориса Барского. Есть одна пьеса прекрасная, Георгий Голубенко написал и нам подарил, предоставил эту пьесу. Он на премьере успел как побывать, принять эту премьеру и, к сожалению, уже ушел из жизни. Это его «Лебединая песня» была. Он был очень счастлив, он как вот, видимо, ну, люди чувствуют, когда уходят из этого мира. Он эту пьесу вот, нам говорит, я хочу, чтобы вы ее играли, я ее поставил. Там три персонажа. Борис Барский, я и Наталья Бусько. Мы играем этот спектакль. Публика очень любит его. Он об Одессе, об одесской интеллигенции, о криминальных элементах. Насыщен смешными диалогами. Вместе с тем очень психологическое, такое тонко-психологическое развитие персонажей. То есть движение героев куда-то вверх вот, происходит. То есть это трагикомедия, наверное, но с счастливым концом. Так что жанр я не могу точно определить. И сейчас я хочу снимать фильм. Я уже начал собирать деньги с помощью краудфандинга. И мы вот выбрали такую платформу, которая называется «Настарте.ком», то есть «На.старте.ком». И вот если ее набрать, там есть масса проектов. И вот прямо на первой странице «Одесский подкидыш». И поскольку ситуация в стране такая, что сложно найти производителя картины, который бы финансировал кино,
Значит, а вот краудфандинг как-то так вот складывается, люди охотно сдают деньги. У вас уже есть опыт краудфандинга? Нет, это первый. Но я уже снял, то есть мы пока вот те деньги, которые люди сдали, мы их не используем, они пока, ну, наверное, уже надо будет брать уже, потому что есть инвесторы, которые помогают, то есть они вкладывают свои мощности производственные. Вот, и я воспользуюсь как этими услугами, то есть они будут как, ну, как партнеры. Вот, а люди, которые вот свои деньги вложили в это кино, это как, ну, спонсоры наши, ну, не как, а спонсоры, которые еще и получат какие-то подарки, вознаграждения, там, каждый в зависимости от суммы, которую он внес. Ну, вот. Если много людей поучаствуют в этом, это будет прям народное кино. Такое. Это народное кино. Это, ну, народное, ну, кино. Ну, это классная, на самом деле, форма, а я думаю, что люди вас поддержат, потому что, ну, вы же известны, вам верят, вы... авторитетный. Да, я пока еще никого не повел. Вы держите удар очень хорошо. Ну вот, кстати, вернемся к теме, да, вот клоунады и идеологии. От вас отстали уже с ярлыком «украинофоб», например, да? Ведь вас же ж полоскали в этом смысле. А я вот читаю и удивляюсь. А как может вот Георгий Делиев творить в Украине и быть украинофобом? Это надо быть таким мазохистом на самом деле внутри себя, да? Ну, во-первых, не остали в украинской Википедии еще даже. Осталось и невозможно убрать это. То есть, ну, какой-то, не знаю, идиот туда вписал. Там Википедия же, она строится, там кто угодно может написать. Они что-то, какая-то ссылка на статью, ну, не знаю, там какой-то, видимо, нехороший человек внес. Вот как бы такое значение. И... Ну, люди по-разному в историю просто входят. Кто-то делает что-то хорошее, да. А кто-то должен, вот как птичка, да, там, да, какнула на машину и вошла дегтя, в историю. Вот, да, так и он, так вот, так пук. Вот. Дело в том, что речь идет о ролике «Рідна Україна», которая была снята, этот ролик был снят там, в 2006 году, как раз когда была очень актуальная ситуация столкновения русскоязычных и украиномовных глядачів, ну, людей, да, вот. И причем очевидно было тогда, ну, сейчас это точно очевидно, а тогда еще не все понимали, что это было сознательно сделано в то время той администрации, которая существовала в нашей стране, для того, чтобы людей отвлечь от насущных проблем, чтобы люди не думали о том, как зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью, жить счастливо, в радости и быть уверенным в завтрашнем дне, а чтобы вот столкнулись лбами, понимаете, вот людей это легче так, на собачку поссорить. Драчку, знаете, как мы говорили в детстве. Да, разделяй власть. То есть это была очевидна такая политика. Я снял этот ролик, в котором все дураки. Ну, то есть основной принцип клоунады классической. Ну, он очень ироничный. Он ироничный, он очень точно отражал вот то время, как, ну, в смысле, вот ту ситуацию. Она вызвала, конечно, то есть у людей, у которых чувство юмора есть, адекватная реакция была, да, это очень смешно, а он очень смешной. То есть я видел, как люди смеялись, у которых, ну, просто до слез. Вот. А кого-то это обижало, то есть для кого-то это была очень, как бы, серьезная тема. Это вот взяли, наступили кому-то на больной мозоль. Ну, это проблема на самом деле, отсутствие чувства юмора. Вот как вы считаете? Ну, это уже дело каждого. Ну, у меня иногда вообще ощущение, как, что Григорий вот... Горин в одной из пьес, по-моему, барон Мюнхгаузен, он говорит... Улыбайтесь. Да, улыбайтесь, господа, ведь самые большие глупости люди делают с умным выражением лица, а серьезным выражением лица. Ну, умение посмеяться над собой первым, это же вообще очень классная такая вот защита, да, вот я вот успел пошутить о себе первым, а вам уже нечего делать на самом деле, да, то есть, ну, вы уже не нападете. Самоирония – это как бы высшая степень, да, вот чувство, проявление чувства юмора, потому что любая шутка, вот даже какой-то анекдот или что-то, мы все равно как примеряем на себя и на наших знакомых, на ту ситуацию, и это всегда узнаваемая ситуация. Если это не будет, то и не будет смешно. Клоуны часто в истории становились придворными, да, и вот в драматургии классической клоун – это всегда выразитель чего-то актуального, насущного острова, и каждый правитель хотел его иметь на своей стороне, на самом деле. Как у вас с этим? Вас не пытались приблизить ко дворцу, скажем так? Ведь выгодно же иметь вот рядом человека, который может сжечь глаголом, да? Да, наверное, напротив. Вот я помню очень жесткую цензуру 80-х годов, когда мы
работали в Одесской филармонии. Это худсоветы невыносимые, когда сидели серьезные, умные люди. И они не смеялись на всем протяжении. Вот. Нас трусило вот так просто. И приходилось придумывать какие-то там белые рояли. Приходилось, не знаю, там какие-то прибегать к каким-то уловкам, таким хитрым, обманывать худсовет. Чтобы выдавить у них смех? Нет, чтобы вот, допустим, я делал что-то из ряда вон выходящее, такое наглое, вопиющее, то, что просто отображалось в глазах. Так, ни в коем случае, только нет, это убирать. Я говорю, не, ну почему, давайте. И я входил в полемику, в спор, эмоционально доказывая им. И когда я из них уже выжимал там все соки, когда они уже просто входили в ярость, и не говорю, ну как художник руководитель такой глупый, ну как вам объяснить, молодой человек, вот вы же... И я говорю, ну ладно, хорошо, я просто вам доверяю. Осознал. Да, я осознал, но у меня другое мнение, но я сделаю, как вы сказали. Вот, они, фух, слава богу, ну, наконец, убедили этого идиота. Вот, и на остальное они закрывали глаза. Я это убирал из программы. И все остальное. Потому что если бы я этого не делал, они бы сказали, ага, ну вот это, вот это, вот это уберите. Было очень много курьезных таких случаев. Например, вот я помню, мы с Сашей Постоленко показывали номер аэробика. Мы выносили патефон. У меня был такой полосатый костюм и красный плащ. Тут три полоски были, пародия на Adidas. Я сбрасывал этот халат. Он должен был поймать Саша, мой ассистент, а он просто остановился и вытирал ноги о него. Ну, красный этот халат сделали, ну, что просто цвет красивый, мне нравится. Вот, и тогда этот директор филармонии Юрий Алексеевич Петренко. Это какой год был? 85-й, наверное. Понятно. Да. Угу. Юрий Алексеевич Петренко такой говорит, слушай, ну, это убирай, этот халат. Я говорю, а что, а я не мог въехать. Говорит, что-то... но он красного цвета. Я говорю, ну и что? Цвета знамени нашего. Я говорю, ну и что? Говорит, так... вы штопчете его, вы в своем уме. Вот, пришлось перешивать халат ночью. Потом был номер такой тоже, при этом же директоре, значит, рвали газету, вот, и потом оставались такие маленькие, как стелечки, и Володя Комаров вкладывал в тапочки. Один читал, а второй подходил, он говорит, отрывал ему, на, читай, а тот эту читает. И он так рвал, этот Боря Барский, эту газетку, тоже говорит, вы что, рвете газету «Правда»? Ну хорошо, там купили Moscow News. Там, да нет, ну вы что? Тоже нельзя. Потом этот какой-то этот Morning Star. Так это ж газета американских коммунистов. Там, да елки-палки, что же. Хорошо, афишу. Ну давай, вот афишу порвали. Вот. Ну, потом работали, конечно, с газетой. Сейчас этим проще, сейчас потом, нет цензуры. Да, ну потом в начале 90-х тоже мы выходили, у нас премьеры были на российском телевидении. Там тоже худсовет был. Человек 20 приходили вот так в кабинет. Умные, взрослые, серьезные люди. И начинали меня там распекать. То есть я так, ну, ниже плинтуса опускался. Но я что делал? Они говорят, ну, вот это убрать. Я говорю, хорошо. Я ничего не убирал. А у меня был пропуск в эфирную зону. И я, поскольку всегда не успевал к сдаче, да, программы, я к эфиру. Говорю, ну все, вот я ночью прямо, говорю, у меня... Он говорит, ну тогда вставь рекламу в эфирный мастер. Давал мне другой там битакам. И я исполнял эфирный мастер, вставляя рекламу. У меня был пропуск во все зоны. То есть я входил в самые секретные зоны. Я мог войти вот так ничего во время себе. Прямого эфира. Мог зайти там, все стоять на месте, сейчас слушайте мои приказы. Я там ставлю условия. Вот, запросто мог, например, такое сделать. Ну, не сделали ни разу. Нет. Теперь не жалеете? Да нет, я же нормальный, миролюбивый. Я же не злой клоун, да? Я приносил в эфир этот мастер, и мне этот, ну, генеральный говорил, ну что, убрал? Там я говорю, да, убрал. Ну, оно выходило, ну, никто не проверял. Вот, ну, пару раз, один раз точно был очень сильный скандал, потому что я сказал, что я убрал, а оно осталось. И меня вызвали. Я говорю, я не могу, там все, говорит, ну, я в воскресенье к вам приду. И я зашел там, он говорит, хорошо, мы в воскресенье работаем. И вот там этот главный цензор был российского телевидения, и этот директор программ. Угу. Он говорит, ну, давай, заходи. Я захожу в кабинет. Так, раз, так сказать, а Жора, фу, заходи, так раз, uh-huh. Вот будешь водку, мартини, я говорю, да, uh-huh. Ну давайте мы раз, и так, фух, слава богу, раз uh-huh. Этого все началось, uh-huh. Значит, все хорошо. Вот с ними выпил, ну и так они меня пожурили, говорят, ты же больше так не делай, говорю, это случайно,
У меня ж мастер тот лежал, понимаете? Не то пошло в эфир. Я, это да? Не то. Ну, он говорит, ничего, у нас такое бывает. Рассказали еще каких-то пару курьезов таких смешных, что и похлеще было, но ты и правильный человек. Ну, и вот так я выпускал. То есть была очень жесткая цензура, потом как бы она ослабела. Но 90-е годы это были такие лихие, это время хаоса. И особенно в информационном поле. И на телевидении этот хаос был. Поэтому легко можно было вот такими какими-то хитрыми путями пронести. То есть хаос, умный человек хаосом мог воспользоваться. Да, я им воспользовался. Сейчас есть цензура? Сейчас она невидимая цензура. Сейчас цензура стандартов, форматов. То есть, ну, то, о чем мы говорили, вас некуда приткнуть, да, в телевидении. Да, то есть существуют как бы мировые школы, как бы, ну, навязывание, формирование вкуса, да. Угу. Причем вот, ну, это я сам так анализирую, где-то раз в два года меняется. То есть два года... Ой, это лет... быстро как-то даже. Ну, вот я так как анализирую, смотрю, что происходит. Вот два года раз проходит, немножко меняют. Угу. Вот такие вот очень узкие рамки делают. Угу. Разных стандартов. Угу. Значит, вот ток-шоу такие, так, ведущие такие, угу. такие. Угу. Все угу. время, вот каждые два года идет... Такая вот как калибровка. Подвижка чуть-чуть, такая, да? Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Угу. Вот. И вписаться сложно. Да, ну, есть некоторые, которые вот они все время попадают, могут долго существовать, уже такой стандарт. То есть сегодня, если вы посмотрите, все программы абсолютные, они соответствуют этим стандартам. Ну, не однообразные достаточно. А? Они достаточно поэтому однообразные. А в театре все хорошо? В театре мы играем только свой репертуар. У нас уникальный театр, вот как Шекспир для «Глобуса» писал, они играли. Так у нас Барский пишет, и вот наши авторы. Барский эти... наш Шекспир, елки. Да. Вот все спектакли, которые играются у нас, кроме «Дикаря», моноспектакля Барского, это все оригинальный материал, который исполняется только-только в нашем театре, больше нигде в мире. Каково вообще вот столько лет работать с одними и теми же людьми? У вас же коллектив практически не меняется, да? Легче. Это легче или мы наоборот? Мы уже друг друга сложнее? Знаем, мы уже знаем все а вот рутин, больные места. Рутина, вот эти все дела, там привычка уже так какая-то такая, нет? Ну, из-за того, что мы стараемся расти, куда-то двигаться, вот, мы эту рутину преодолеваем. То есть то, что мы там хорошо делаем уже, оно есть, оно никуда не денется. Мы это ценим, этим пользуемся, вот, но каждый раз как, какое-то вот ноу-хау свеженькое хочется применить, и вот все коллеги... с удовольствием хотят дышать этим свежим воздухом. К тому же я иногда привлекаю новых молодых артистов, свежая кровь. Mm-hmm. Вот я недавно выпустил, ну вот в этом году, мюзикл «Джаз» называется. У меня там 25 человек, 25 артистов. Я играю одну из главных ролей. Вот. Остальные это молодые актеры, музыканты и певицы. И все персонажи, то есть там нет такого, что вот музыканты, певицы, а вот актеры играют какой-то сюжет. Это мюзикл, классический, в общем, сценарий, пьесу, которого я написал, основываясь на этих артистах. То есть специально под... Да, под них. Они, у них репертуар был какой-то, они уже исполняли какие-то произведения джазовые, но это не джазовый стандарт, они современные песни в джазовом стиле. Я для каждой... из этих певиц придумал образ, придумал конфликты, ввел туда дополнительные персонажи, музыкантов тоже превратил в актеров, играющих музыкантов, то есть это все персонажи. И ну, получилась такая очень интересная, динамичная пьеса. Где она идет? Пока только в нашем театре, потому что 25 человек вывести сложно. Но вот сейчас то есть она не очень, будем не очень гастрольная, да? Да, будем вывозить, и я уже так со многими антрепренерами говорил. Будем вывозить. В Днепре есть может... площадки, где вас ждут, это точно в Днепре. Вот, и площадки где-то можно ну, показать, да? То есть вопрос, наверное, в деньгах сейчас. Ну да, он должен быть рентабельным еще, то есть даже не по гонорару, а по количеству людей. Ну, в принципе, все это выполнимо. Угу. У нас недавно такой родился мем «Днепр богатый, он заплатит». Знаете? Так что все нормально, можно уже давить на это. Ваша дочь в детстве играла в масках. Сейчас? Угу. Сейчас играет в двух спектаклях. «Маски в кубе», «Ночная симфония». Ну, так редко мы играем эти. «Ночной симфонии» уже давно не играли. «Маски в кубе» она играет в одном спектакле. Она еще играет в театре
«Оранжевое настроение» и «Кабаре Буфон». Вот. И какие-то корпоративы ведет, и, ну и ухаживает за своей дочкой, за моей внучкой. То есть семейственность вы все-таки практикуете, да? Она психолог по образованию. То есть жена вашего брата работает в театре? Да, да. Брат ваш работает в театре? Да, брат звукорежиссер. Брат работает. Жена брата, она директор театра. Дочь работает. То есть Делиев еще и создал клан, да, такой, да? В этом, в джазе там жена у меня еще поет. Ну, естественно. Коля еще не играет? Коля сыграл в фильме уже. Вот ну, видите, еще вот ему вот было там 10 месяцев. Какого Делиева нет к ней, просто... Он сыграл. Просто вот он они... сыграл младенца. В фильме такой, там гэг даже исполнил. Правда? Да, да. Это была импровизация его. Вряд ли же вы могли с ним репетировать, да? Гэги. С детьми сложно работать, но они всегда получаются очень хорошо, дети. То есть они гораздо... интереснее, чем взрослые. Ребенка переиграть невозможно. Органичнее. Да. Ребенка и животного, да, и говорят, животного, нельзя. Да. Да? Вы с животными работаете? Да. У меня животные часто снимаются. Настоящие животные? Мы сейчас необразно говорим. Нет. Ну, у меня, я помню, маски в колхозе и на Диком Востоке. Я там много. У меня там свиньи, петухи, лошади. Всем Днестровской красавицы, конные трюки очень любил. Там много трюков. И обязательно коны должны были быть. Мне этих коней привозили отовсюду, там, из области. Их объезжали, обстреливали, каскадеры с ними работали. Ну, подсечки, чтобы делать. Чтобы они не боялись, стреляли там над ухом. Вот, много. Петухи, свиньи, куры, козы, кто у меня, коровы у меня снимались, собаки, естественно, кошки даже исполняли трюки. И люди. Да, и люди, и ну, дети. Глупо сейчас, наверное, спрашивать, какое будущее вы видите для своего сына, да, хотели бы вы, чтобы он был актером, да, ну, тут я бы хотел, чтобы он был счастливым. Хочешь, не хочешь, а... Пусть будет счастлив, здоровый будет счастлив, и счастливый. Да. Какие для Георгия Делиева есть сейчас, ну, самые важные в жизни вещи? Семья, наверное, все-таки семья на первом месте. Семья. Дальше. Ну и как и работа, мы какие-то творческие намерения уже на втором месте. Работа, ну семью же надо обеспечивать, тут что-что-что, тут ну, уж кривить душой. Да, правильно? Так. Поэтому нужна работа. Я так стараюсь на лезвие бритвы, то выставки, то музыкальные концерты, то постановка спектаклей, то участие как актеров в каких-то антрепризных спектаклях, съемка в кино. Не всегда, вот сейчас меня что-то реже стали приглашать в кино снимать, все реже-реже. Вот. Ну, вы же сами будете снимать, нормально. Да, вот. Но сейчас вот сам буду снимать, значит, поэтому я все время... Правильно, если тебя не зовут в кино, снимай кино сам. Все хорошо. Вот. Ну, то есть я как-то так умудряюсь лавировать, заниматься. Но если одно не получается, значит, тогда другим пока занимаюсь. Вот. А поскольку профессия это такая, как и хобби, с другой стороны, вот, поэтому... Вы родились 31 декабря, записали 1 января вас, да. Ну, на самом деле у вас всю жизнь день рождения и вот Новый год это одно и то же. И я думаю, что когда у вас был ну, пик, да, масочной карьеры, вы, наверное, не отдыхали в этот день. Угу, да, как всегда, это корпоративные праздники. Вот. Ну, два в одном. Праздник для других и праздник для себя. Ну, вы помните, что у вас день рождения вообще в этот день? Или Новый год обычно затмевает все? Нет, ну, мои коллеги, друзья вспоминают обязательно. Там в какой-то момент, вот в 12 даже вот мы там что-то поздравили, сделали, выступили. И потом, ну, все, давайте за Юрочку выпьем. И бокал шампанского этот следует. Подарки тут же дарят, так что мне напоминают мои родные. А в детстве родные. Было обидно, что вот все-таки Новый год важнее? Наверное, да, по-моему, да. Было уже не помните. Да. Хорошо. Правда ли, что вы имели возможность уехать в Америку? Ну, я имел возможность куда угодно уехать. Эту возможность все имеют. Сейчас уже это... Именно так. Уехать. Не съездить поработать, скажем, ну, так, да. А именно уехать. Ну, мне вот в 2005 году я там 3 месяца работал в Слава Сноу Шоу на Бродвее. Я там жил, ну, мне снимали квартиру, у меня там social security, открыли этот идентификационный код, там счет в банке, то есть я как американец мог. И мне вот Нью-Йорк очень понравился. Вот я так чувствовал, что Нью-Йорк это тот город, в котором
я бы мог жить, мне было бы комфортно, и я бы обзавелся там друзьями, то есть я бы то вполне... То есть он ментально вам близок? Близок, да, я бы вполне вписался в тот мир. Скажем, вот куда-то на восток уже, там я бы, наверное, в Латинскую Америку, наверное, нет. Мексика, там, Колумбия, вот эти, хотя там весело, там классно, кайфово, вот. Ну, временно. Да. Вот именно Нью-Йорк, то есть не Чикаго, там, не Вашингтон, не Бостон, не... Ну, Калифорния плохо знает, я там мало был, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско. Ну вот я когда был на Burning Man, это уже в 2010 году, и туда же приезжает, это фестиваль в штате Невада такой, ну самый яркий в мире, наверное. Mm-hmm. И там со всего мира люди, и вот как, очень такая благоприятная атмосфера, то есть там прямо ты находился как в каком-то таком раю, где любой может проявлять фантазию как угодно, и все очень миролюбиво, по-доброму, но... Туда приезжают нормальные люди, чтобы выпустить пар. А потом разъезжаются, и они опять становятся там какими-нибудь там банкирами, художниками, там клерками и так далее. У вас есть необходимость выпустить пар? Или ваша работа, да, она достаточно паровыпускательная? Ну, сейчас меньше. Раньше я так выпускал пар постоянно. В работе или вне работы? Нет, в жизни. Мне не хватало. Не хватало? Да, то, там адреналин надо было... вырабатывать в организме, я там попадал в какие-то, ну, иногда провоцировал какие-то ситуации опасные, и, слава богу, так меня Господь уберег. И то есть вот такой дерзкий, да? Да, был дерзкий очень. Ну, таким же и остались на самом деле. Нет, не остался. Нет? Сейчас спокойный, тихий. Да ладно, не верю. Я думаю, что если, как то кажуть, будет нагода, то дерзость, где нужно включиться. Слава богу, давно не проявлял. Ну, не уехали, а в Украине сложно, ведь правда сейчас? И сложно, да, очень сложно. И сложно, и страшно, и, угу. Ну, вот мы прорвемся. Какие у вас ощущения? Я вообще прогнозов никаких не строю. Мне кажется, строить прогнозы какие-то, это вообще глупо. Да, можно немножко поанализировать прошлое, но особо я стараюсь этим не увлекаться и не советую никому анализировать прошлое. Проанализировать так, чтобы мне эмоционально не испытывать тех эмоций, которые были тогда, для того, чтобы сделать выводы, как быть в настоящем. Это, да, полезно. Вот. Но редко мы можем избавиться от... Нам именно запоминаются те эмоции, которые были. Да, немножко это проходит, тогда это было страшно, а сейчас это смешно уже. Слава богу, да, это все мы обладаем определенным таким чувством юмора, самоиронии, что мы можем теперь посмеяться над той драмой, которая была тогда, или тем страшным моментом. Тогда там испугался так, что просто там коленки тряслись, а сейчас это так смешно. Вот. Но я смотрю, что сейчас люди очень нуждаются в том искусстве, которое мы исполняем в своем театре, гораздо больше, чем раньше. Когда люди жили лучше, и не так... Нужна была эта комедия. То есть люди приходили, ну ладно, давайте, развлекайтесь. А сейчас это уже острая необходимость. Это просто духовная пища для того, чтобы зарядиться оптимизмом, зарядиться чувством юмора, самоиронии, испытать какие-то такие ностальгические чувства, сейчас больше воспоминания аншлагов. Детства. Аншлагов больше сейчас? Да, но, скажем, людям тяжелее покупать билеты, хотя у нас билеты недорогие, сложнее расстаются с деньгами, больше хотят на шару прийти, но мы позволяем там, конечно, раз люди хотят, но люди больше приходят в наш театр, чем раньше, именно потому что тяжело. Так, очень много переселенцев оттуда с Донбасса приходят, которые, то есть они говорят очень теплые, хорошие слова, те, которые там побывали в каких-то таких очень тяжелых ситуациях, они особенно благодарны, особенно нам благодарны за же, это. Это же обмен энергиями все-таки, да, вы да. получаете от людей, люди получают от вас, ну и плюс, все-таки вы лидеры мнений в какой-то степени, все равно же, уже не просто так. Непонятно кто, да, вы Георгий Делиев, Борис Барский, да, это имена. Имена. То есть многие люди же вообще не в курсе того, что вы кроме вот масок делаете массу всего. И в кино снимаетесь, и песни поете, и группа у вас есть, и серьезные вещи есть философские. Ведь Орфей и Эвридика, это же не только вот хихи-ха-ха. На самом деле там, если ты знаешь источник, да,
и понимаешь, откуда ноги растут. То есть это все очень такие вот тонкие, на самом деле, штуки. Ну, все спектакли Барского, они такие философские где-то. То есть это не просто хихихаха, как вы говорите. То есть кроме развлекательного момента, да, то есть это вроде как водевиль такой по своей структуре, есть еще какие-то философские моменты такие, ну, очень важные. Ну, как есть, бывает, музыка для ног, а есть для сердца же тоже, да. Так и здесь. А тут и для ног, и для сердца. Хорошо, надо, чтобы все мышцы работали, да. Правильно? Одесса всегда была, ну, таким поставщиком, что ли, да, то есть назовем это так, шуток, юмора и каких-то таких вот специфически, ну, таких забавных, да, пожалуй, каких-то вот историй. Сейчас это так по-прежнему? Или Одесса поменялась сильно? Одесса поменялась сильно, как и любой другой город. Все города поменялись. Сегодня, как мне кажется, все города и страны стали больше друг на друга похожи. То есть глобализация, она происходит во всем. Не только вот в промышленности, и это и в общественном сознании. То есть все сейчас стали друг на друга более похожи. Исчезает разница между культурами, там, не знаю, там, языками, привычками какими-то. Вот. И города тоже, они становятся более друг на друга похожи. Архитектура, ну, самое главное, люди меняются, понимаете, уже все остальное. Вот. Но все равно Одесса, столица юмора, по-прежнему остается. Хотя бы тот факт, что мы уже 6 лет подряд проводим международный фестиваль комедиада, фестиваль мимов и клоунов. И вот мы начали проводить еще за 4 года до того, как Юморина закрылась у нас в Одессе, да? Вот, причем, вот, Юморина, такой прекрасный праздник, фестиваль, да, со всего мира приезжают люди. И вот она в 80-х опять возродилась, в конце 80-х, в 90-х получила такое какое-то максимальное такое апогейное развитие, в 2000-х чуть-чуть пошло на спад, и вот когда уже начались трагические события в стране, власти, чтобы не провоцировать какие-то беспорядки, закрыли, запретили Юморину. В прошлом году вроде бы разрешили, говорят, да, можно, но нет денег. И Юморина не проводилась вообще никак. А мы создавали свой фестиваль в рамках Юморины, комедиаду. И нас даже как-то так не могли, ну, отдельно рассматривать как фестиваль клоунов и мимов всемирный. То есть к нам реально со всего мира лучшие клоуны и мимы приезжают. Конкурсанты и хедлайнеры. И там, ну, просто мастера величайшего класса. Там, например, Поль Марокко и Оле. Это ж они, ну, у них там на год расписано все. Там Крис Лином англичанин, там эти тоже англичанин. Вот, то есть мы приглашали там из Англии, из Франции. Вот в этом году у нас из 12 стран были. Из Чили, то есть откуда угодно. Там Китай, Израиль, Италия. И не боятся ехать же в Украину. Ну, тогда не боялись. Позапрошлом году боялись. И никто не приехал. Были только украинские. А в этом году, в 2016-м, опять приехали из 12 стран, уже несмотря там на все эти рассказки, типа, мы говорим, да приезжайте, спокойно, мы вам гарантируем это, мир, покой, все будет классно. И вот они просто поверили нам, то есть поверили маскам, они не верили СМИ и всем остальным, а нам поверили, и приехали артисты, не боялись. Так вот, сейчас мы уже проводим комедиаду в канун Юморины, и 1 апреля мы заканчиваем фестиваль, выходим на улицу и проводим свой карнавал клоунов. Люди выходят, они с такой радостью, то есть это уже настоящий праздник жизни, потому что профессиональные клоуны, все разные, все умеют работать с публикой, со зрителем, интерактивно, то есть которые вот несут настоящую радость, любовь, вот такое детство. И если раньше там, вот, ну, я не пойду на улицу, потому что будет куча пьяных каких-то дебилов, которые могут еще там что-то так себя проявить как-нибудь агрессивно, разрисованно, это все неинтересно. Многие так говорили. Ну, кто-то приезжал, все равно классно, весело, масса мероприятий по всем театрам. Но сейчас только у нас, это такой эксклюзивный праздник, он одесский, и уже во всем мире профессионалы, специалисты, они знают, что маски проводят комедиаду, и у нас первое в мире посольство юмора в Украине, которая находится у нас в Одессе. Ну, мы его как-то так, то есть мы выдаем визы вот тем участникам, кто нам привозит. Мы можем политическое убежище предоставить комедийное там. Ну и все, там какие-то юмористические такие у нас есть программа. Вот, у нас табличка стоит, это мраморная на здании.
И это такой вот, как очень особенный праздник. Он нигде в других городах и странах не проводится, так как у нас. Так что Одесса, вот, ну, хотя бы даже то, что театр наш есть, и то, что этот фестиваль мы проводим, уже это особенность Одессы. Ну, столица юмора так и сохраняется, правильно? Ну, вот вашими, мы так считаем. Вашими молитвами. Мы живем в столице юмора, и мы об этом всем говорим. Живите, и живите долго. Когда вас просят пошутить, всегда ли приходит что-то на ум? Как правило, никогда. Вот я сейчас скажу, пошутите, не придет вот ничего. Это будет именно те 99%, которые, когда я не могу пошутить. Вот мы перед началом, да, там какие-то анекдоты я вам рассказывал по поводу, сейчас не могу вспомнить ничего. Хорошо. А вы, есть ли анекдот, который вы сами выдумали? Нет? А вы верите в то, что существует в мире институт, который выдумывает анекдоты? Ну вот вы сейчас сказали, я как-то об этом не задумывался. Вот я впервые от вас услышал, я вам верю, я думаю, так и есть. Я придумала, я не знаю, правда. Верю. Спасибо большое, спасибо за то, что вы такой серьезный на самом деле. Говорите очень много вещей, которые хочется услышать и вот потом переосмыслить. Клоун – это на самом деле очень серьезная профессия. И ответственная. Вот вы несколько раз сегодня повторили это слово. За каждую шутку приходится отвечать. Да. Ну, серьезная, я не знаю. Наверное, все-таки не серьезная профессия, но ответственная. Ответственная. Спасибо большое за то, спасибо что вы вам. К нам приехали, за то, что вы привозите свои спектакли. И я надеюсь, что краудфандинговая платформа очень быстро насобирает нужное количество денег, и вы снимете свое обалденное кино. Спасибо. Спасибо вам большое. Дякую, що були з нами. Це був Георгій Делієв. Немає потреби представляти його як когось конкретного. Клоуна, актора. Це українець, громадянин столиці гумору Одеси і просто дуже мудра і добра людина. До побачення.